Смотри, чувак едет вообще без фар. Вообще адекватный, нет. Видите? Такая вот пробка образовалась. Вот такая вот образовалась у нас пробочка. Начинают встречники гонять. Вот, красавчики. Вот еще. Еще. И все они едут по второй полосе. Вот видите, не вынесла душа поэта. Тут чувак просто едет. Там вот начинают вылазить. Тут сломался какой-то КамАЗ или что это такое. Вот перекрыл немножко движение. У него колесо пробило или чего. Нет переднего колеса. Вот. Это к вопросу о том, как... Вот мне писали, что без камеры вот я еду точно так же, как вот эти встречники, да. Нарушаю, там выезжаю там на вторую полосу, на третью полосу. Ну вот, ребята, я вот еду, как все нормальные люди, в общем-то. Да? Вот, мы видим автобус. Стремится проехать по встречной полосе, включил аварийку. Естественно, это все объясняет, все прощает. И мы помним утренний инцидент, да, когда вот такой же автобусик ехал по встречке, там уже где асфальт, и вписался в такого же встречника на 14-й. Вот. Еще газели, еще машины, вот они едут, едут, едут. И потом они вон там вклиниваются. Ну не красавцы ли? Ну не красавцы ли? Знают ли эти люди, что там сужение? Да, конечно, знают. Прекрасно знают. Знают ли они, что там надо будет вклиниваться? Безусловно. Вообще 100% просто. Видите, он поехал, чувак. Объезжает второй ряд, уже по третьему пошел, 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 автобусик тот же самый, все, да? Вот. Ну, деградация. Самое натуральное, то, о чем я говорил, что это просто деграданты. Деграданты. Мы все тут лохи, да, стоим. Вот один тоже ехал, ехал. Понял, что надо ему чуть побыстрее ехать. Вот он такой красивый, тоже несется. Видите, да, тут все лохи в основном в этом ряду собрались, а они красавцы. Они победители по жизни, вот, им на все плевать, на все законы и все такое-то. Они знают, как надо. Ну что, молодцы. Молодцы. Поэтому я и говорю, что в этой стране, когда вот им наплевать, да, наплевать нам, тем, кто, вот не нам, да, точнее, будет сказать не нам, а тем, кто пропускает их обратно в ряд, им, по идее, тоже получается плевать на закон. Плевать ГИБДДшникам, плевать встречникам, плевать терпилам, которые пропускают встречников обратно в ряд. И из этого и складывается наша, ну, скажем так, не самая, что ли, не самая приятная жизнь в нашей стране, к сожалению. Да? Если бы мы были ответственными людьми, соблюдали правила дорожного движения, боролись с хамством, не допускали хамства, сами бы не хамили, ну, может быть, что-то было бы и лучше. Вот. Но пока это вот так. Видите, второй ряд ближе к сужению начинает тоже вставать. И уже сейчас они начнут вклиниваться, и мы поедем медленнее, 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 все медленнее, медленнее. Вот.
каршеринге очень, прямо вообще часто очень нарушают таксисты и всякие, как я уже говорил, люди, которые вешают себе георгиевские ленточки по какой-то причине. С чем это связано? Для меня загадка. Сейчас они начнут тут вклиниваться. О, обратите внимание, ну, георгиевская лента. Георгиевская лента у чувака висит. Ну, блин, я не знаю, с чем это связано, ребят. А у этого нет георгиевской ленты. Да, но он, видите, представитель южных народов. Может быть, это тоже как-то влияет. Я не знаю, с чем это связано. Почему хамло себя ведут вот так вот по-хамски. Не хочется как бы прибегать к этим стереотипам, но ё-моё, вот чувак с лентой, южанин. Кто еще? Давайте смотреть дальше, следующего. Видите, чувак не хочет попадать в камеру, поэтому он решил немножко подотстать. Но, конечно, мы его заснимем. Я не знаю, видно вам или нет эту ленточку, но она там есть, точно висит абсолютно. Давайте, вот он едет. В очках. Ох, какой красавчик на автобусе. Молодец. Третий ряд. И встал. Встал и будет вклиниваться во второй ряд. Нет, нет. Тот терпило подвинулся. Молодцы, молодцы. И второй терпило тоже подвинулся. Смотрим так. Тут у нас кто? В маске. Но ленточки не видать. Ладно. Ленточки не видать. А, так это таксист, конечно, у него все есть. О, это понятно. Еще один. Чуть не проспали. Вот так вот отвлекаться-то нельзя, друзья мои. Вот, видите, автобус выехал опять на третий ряд. И там его запускают. Кто запускает? А, запускает его вот этот с ленточкой. С ленточкой товарищ его запускает во второй ряд. И потом он будет ломиться еще и в третий ряд. То есть, точнее, в первый ряд, где мы сейчас едем, да? Мы с вами, имеется в виду. Не мы, Николай II, а мы с вами. Потому что я считаю, что раз вы это смотрите, то вы как бы тоже присутствуете. Вот видите, у него ленточка висит. Еще там какая-то хренотень неинтересная. В общем, вот. Автобус. Вот, кто хочет написать жалобу на автобус, пожалуйста, вот номер А748УМ750РУС. Это автомиг какой-нибудь там. Вот видите, он не выдержал. Поехал. И со встречки он вылетел на встречку, на встречную обочину он выехал, вот. И пошел по старой схеме, по утренней, да, когда они там врезаются. Ну, я вообще не понимаю. И в кармашек. Вот, видите, там терпилы пропускают, один за... Ой, какой красавец вообще, двоих запустил прям. Еще одного, давайте, запускайте. Запускаем. А мы не запускаем. Терпила, едь давай. Вот товарищ, наверное, очень недоволен, да? Вот такие вот они красавцы сидят там. Вот, видно вам? Вот так вот. Мы их и не пускаем. Смотрите, он до сих пор еще стоит. Ха-ха-ха. Молодцы ребята, кто его не пускает все. Просто красавцы. Пусть стоит дальше там. Интересно, хватит у него смелости стартануть по встречке или нет? Так, мы видим там скорую. Ну-ка, как будут реагировать водители?
прижимаются, пропускают, молодцы. Почти все. К скорой вопросов нет никаких. Пусть едет. Пусть едет. А все остальные, вот он, терпило, поехал. О, 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 какой красавец. N423AH799RUS. И, естественно, он куда? Выходит в кармашек. Потому что со встречкой встречаться он не хочет. Вот, а хочет побыстрее доехать. Ну, странно, пёр бы до конца тогда уж чё. А ну, кто еще поедет у нас? Так, еще один пошел на старт. Внимание, марш! Пошел! Давай, 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 давай! По-моему, этот уже был. Это 12-й или на чем он там. Ну вот видите, там терпило, оставил такой промежуток, и этот заехал автохам. Ну вот, вот из-за этих терпил, вот все у нас через жопу, я извиняюсь. Ну все через жопу. Потому что мы сами терпилы. О, ребята, как с этим бороться? Кто знает, напишите в комментариях. Вариант покинуть страну не предлагать, потому что это уже понятно, что такой вариант есть. А как бы еще с ними бороться? Вот, вот, вот что сделать? Как заставить ДПСников? Как заставить власть, чтобы они вот здесь стояли, дежурили? Может, камеры бы тут повесили, я в конце концов не знаю. Ой-ой-ой. Обидно. Обидно. Обидно мне, досадно. Да ладно.